науки – это настоящее искусство. То есть на этом искусстве выросли многие-многие поколения. Да, стали учеными, стали успешными бизнесменами. Вначале было тяжело, конечно, но я привык и хорошо начал играть. Сегодня ты выступал на концерте. Тебе это понравилось? Очень сильно. Много эмоций таких волнительных. Ну, ничего, я это уже сделал. Приятно было, когда тебя аплодировали. Конечно. Хотел бы еще раз выступить на концерте. Конечно, я все время хочу выступать на концерте. Музыкальное образование очень важно для детей, образование именно, которое выстроено в структуре общеобразовательной школы, то есть в Ломоносовской школе. Мы работаем в трех ломоносовских школах, наша музыкальная школа. Я считаю, что это очень эффективное развитие детям как в интеллекте, в мышлении, в памяти, но, естественно, это профессиональная игра на музыкальных инструментах на всю жизнь. И хорошее впечатление от музыкальной школы. Спасибо вам большое за внимание, за поддержку, за улыбки, за аплодисменты. И я надеюсь, что наша встреча отозвалась теплом в ваших сердцах. Мы с вами не прощаемся, а говорим вам до новой встречи. А сейчас я хотела бы пригласить на сцену еще раз всех участников для фотосессии. И мы еще раз их поддержим аплодисментами. Они очень старались.